Стоим себе три. Благотворительная акция «Елка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Бекхан Агаев подарил юному жителю Голицына Семену Гришнову электромеханический конструктор. Можно делать механизмы различные, можно сделать машины, которые будут двигаться по комнате, объезжать препятствия, собирать какие-то вещи. Здесь есть датчики движения, есть датчик гироскопа. Есть сенсорные датчики, есть даже пульт управления. Ну, он подключается просто-напросто к телефону. Есть мобильное приложение, оно к нему подключается, и дальше все это можно даже управлять с телефоном. Семену 11. Он увлекается конструкторами, программированием и робототехникой. У мальчика серьезное заболевание, а эти направления помогут ему в развитии и получении образования в будущем. А еще начинающий изобретатель ведет свой блог в Инстаграм. Пусть все мечты сбываются всегда у Семена, пусть растет здоровым, счастливым. И самое главное, пусть будет счастлив. С Новым годом наступающим всех! Подарки к Новому году парламентарий вручит еще 7 детям из 4 муниципалитетов Московской области. Акция «Елка желаний» – прекрасный повод напомнить, что делать добрые дела важно, особенно перед самым волшебным праздником. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».